Всем большой привет! Небольшой заказ сайта Makeup. Чисто те товары, которые мне нужны на каждый день. Пока пишу список косметики на осень, но еще не определилась. Значит, что я купила? По 40 гривен я купила 2 дезодоранта. Вот такие вот сексуальные букеты «Свежесть душа» от Rexona. Очень классные на жару, поэтому взяла сразу 2. По 54 гривны взяла 2 лака «Тафт». Это ультиматум шестерка и блеск. Взяла дешевый, потому что что ценка, что съезд на жару абсолютно мне на волосах не держится. Поэтому зачем пока платить больше. Дальше на жару, так как мою голову каждый день, я заметила по себе, летом часто беру именно вот этот шампунь, потому что с какими-то профессиональными я еще не определилась. Значит, я взяла Гарниер Фрутис Goodbye секущиеся кончики. Более-менее на каждый день они хоть делают волосы нормальными. Они, значит, что бальзам, что шампунь по 43 гривны. Так. Дальше взяла первый раз. Не взяла себе ихнее масло. Взяла вот такое вот масло-эликсир. Преображение от Гарниер Фрутис. Значит, мгновенное преображение, питание, мягкость и блеск. Наносить, потому что волосы, конечно, от жары просто... никакие. Так, и стоил он, сейчас я вам скажу, 124 гривны. Недешево, но и недорого. Посмотрим, как он будет работать. Так, дальше взяла себе краску Гарниер тоже, потому что, ну, палет что-то перепалило в этот раз мне волосы. Другие какие-то дорогие тоже не особо эффект я вижу. Через неделю во всех красках, что дорогие, что дешевые, что после салона, эффект, ну, на моих волосах, так он вообще практически одинаковый. Так, и краска у нас стоит... где же эта краска? Маслом, бальзам... вот она. Странно. Краски не вижу. Так, сейчас, секундочку. 153 гривны она стоит. Так. По 62 гривны взяла свою любимку постоянную. Видновление из Ахнис. Технологию Новамин. Взяла отбеливающую. Она 62 гривны стоит. Так, мужу взяла вот такую зубную щетку Парадонтекс. Потому что Сенсодин ему зубная щетка не понравилась. Так, я извиняюсь. Зубная паста 71 гривна. А вот как раз зубная щетка 62 гривны. 71. И вот она стоила 62 гривны. По 15 гривен вот такое мыло взяла для рук. Пробуждение с виноградными косточками. Так, дальше. И для мужа взяла 2 дезодоранта. Значит, это Old Spice. Вот эта вот серия. Видим. Значит, так. Так, твердый дезодорант стоил 46 гривен, а аэрозоль 51. Вот. И общая сумма покупок у меня 696 гривен. Вот такие вот покупочки на каждый день я совершила. Вот, так что буду смотреть дальше, что заказывать, потому что планов много. Всем спасибо большое за просмотр. Хороших вам приятных покупок. И...